Ого, сколько здесь нутеллы! Капец! Всем привет, ребята! Я знаю, что вы очень любите рубрику «Бедная соковыжималка», и я ее, кстати, тоже очень люблю. И сегодня мы проведем один интересный эксперимент. Мы узнаем, можно ли выжать ликер из конфет с ликером в соковыжималке. Поехали! Ребята, посмотрите видео на канале Mad Handmade. Такого вы еще не видели. Это просто очумелые ручки какие-то. На это можно смотреть бесконечно. Подписывайтесь на канал Mad Handmade. Ссылка в описании. Вот такие вот конфетки с ликером я нашел в супермаркете. Внутри они пустые, и в них находится ромовый ликер. Вот тут написано: состав ромовый ликер 38%. То есть, если общий вес конфет 150 грамм, то здесь должно находиться примерно 50 грамм ликера. Давайте их распакуем и посмотрим, что это за конфетки. Кстати, когда я слышу слово «ром», то сразу вспоминаю про «Остров сокровищ». Помните, как этот пират постоянно орал: «Джим, рому!» «Рому! Джим, мой мальчик, налей рому, я убираюсь отсюда!» А потом вечно чихал. Я очень любил этот мультик в детстве. Так-с, открываем. О, класс! Смотрите, как красиво! Хо-хо-хо. Вот они, какие прикольные эти конфетки! Как красиво выглядят! А как пахнут шоколадом! Так и хочется съесть одну! Но, блин, нельзя, у нас эксперимент, нужно все забросить в соковыжималку! О, кстати, если их пошатать, там ликер не булькает? Вроде бы нет, но они такие тяжеленькие! Реально тут много ликера! Ну что ж, ребята, не будем долго болтать, приступим к нашему эксперименту. Но перед тем, как мы начнем, попробуйте угадать, получится ли у нас выжать ликер или нет. Прямо сейчас напишите в комментариях, а потом проверите, как работает ваша интуиция. Погнали! Итак, сюда у нас пойдут отходы, и это как раз тот случай, когда отходы совсем не отходы, ведь это будет шоколад, а сюда у нас пойдет ликер. Если, конечно, пойдет. Включаем соковыжималку и поехали! Закидываю первые три конфетки. Ого, вы слышали, с каким хрустом она их заживала? А тут какие-то шоколадные червячки полезли, а не ликер. А ну давайте закинем еще три конфетки. Как весело она их хряцает. И снова вместо ликера вылезает шоколад. Я не понял, что за дела. Давайте закинем еще три конфетки. Может, сейчас уже наконец-то потечет ликер. И снова только шоколад. И тут, смотрите, шоколадные отходы. Везде шоколад. А где же ликер? Я не понял. Так, бросаю еще три конфеты и пусть только попробует не пойти ликер. Так, имей совесть, соковыжималка, сожрала кучу шоколадных конфет с ликером и выдаешь мне только шоколад? Ты что, выпила этот ликер? Я не понял. Слушайте, а может там нет ликера? Давайте проверим. Так, давайте возьмем одну конфетку на пробу. С вашего позволения я откушу. Здесь ликер, смотрите. Тут реально жидкий ликер. Блин, то есть все нормально. Я-то думал, здесь может быть не ликер, обманули нас. Ликер, смотрите. Так почему же он здесь не вытекает, а вылезает вместе с шоколадом? Блин, неожиданно. Ну ладно, продолжим эксперимент. Может, все-таки удастся выжать хотя бы пару капель ликера. Поехали дальше. Смотрите, какая шоколадная палка лезет. Блин, ну где же ликер? Смотрите, тут он есть, а тут его нет. Ну как так? А хотя нет, смотрите,
Там на дне что-то жиденькое виднеется, но оно перемешалось с шоколадом! Капец, это фиаско! Итак, ребята, какой же результат нашего эксперимента? Из отходов вылезла вот такая вот огромная шоколадная палка. Ой, и она, смотрите, довольно-таки сухая. То есть сок-ликер из нее выжился практически весь. Так почему же в стакан не капнуло ни одной капли ликера? Да потому что с ликером выжилось вместе немного шоколада, и все это размазалось по стенкам соковыжималки. У меня получилась ромовая нутелла! Вот это прикол! Кстати, отходы впервые такие вкусные. Ням-ням. Вот такие дела, ребята. Выжать ликер у нас не получилось. Но может быть это даже и к лучшему. Потому что ликер, ром и всякий другой алкоголь – это не полезная штука. Я лично за здоровый образ жизни. И надеюсь, что вы тоже. Всем желаю шоколадного настроения. Пока-пока. Ого, сколько здесь нутеллы. Капец.